наше у нее очень такое благочестивое мероприятие. Значит, вещь называется «Канцонетто спиритуале сопра аленано». В основе лежит вещь Меру, такого композитора, но, значит, пару слов надо обязательно об этом сказать. Значит, «Канцонетто спиритуале сопра аленано» – это, значит, духовная канцонетта на мотив колыбельный. Вот, это значит не просто колыбельный, значит, это удивительное такое произведение музыкальное, поэтическое. Это колыбельное, которое поет Богородица младенцу Иисусу, чтобы его побудить ко сну. Она его убаюкивает, ну, если так по-русски говорить, баю, баюшки, баю, но вместе с тем она проговаривает все те ужасы, которые ему предстоят, и он засыпает как бы вот под эти ужасы. Вот. И, собственно говоря, вот эта канцонетта спиритуале, собственно говоря, «Аленано», это вот и есть это вот содержание этой вещи. Но здесь хотелось бы выделить два таких момента. Вот это совершенно феерическое, уникальное произведение барокко, которое написала Мэрага, оно идет всего, ну, где-то 6-7 минут. Мы из него сделали где-то часовое произведение. Это очень, как сказать, лежит в традициях ренессансных композиторов, которые брали шансоны или канцоны, короткие даже порой светского содержания, и превращали их в мессы, то есть в часовые большие произведения. Как они это делали? Они вычленяли отдельные фрагменты, эти фрагменты соединяли уже по собственному там, как соображению, обрисовывали их своими еще другими какими-то самыми голосами, и получалась вот такая, в общем, вещь. И, собственно говоря, здесь вот эта канцонетта спиритуале Мерулы, она используется кантус фирмус, из которого сделано это огромное, вот, ну, большое произведение, то есть из 8 минут сделано, значит, вот это часовое произведение. Причем, значит, здесь что надо принять во внимание, что вот это люди барокко и композиторы барокко, что Мерл, что Монтеверди, что Качини, они были удивительно богатыми людьми на интонации. Тут какие-то поразительные интонации, и они, как сказать, ими, ну, можно даже сказать, как где-то транжирит их. Мы как бы скупо к этому более относимся, и хочется вот каждую эту интонацию рассмотреть под микроскопом, не отпускать эту интонацию, а вот смотреть, смотреть, смотреть. И, собственно говоря, вот методика минимализма это позволяет сделать. И последнее, что я хочу сказать, значит, есть еще одна тут тема, вот тема нашего фестиваля всего, которая была заявлена, это сырое и вареное. Сырое и вареное, здесь оно тоже присутствует, и оно присутствует вот в чем. Значит, с одной стороны, это, значит, вот голос как бы Богородицы, который убаюкивает младенца Иисуса, это, ну, человеческий голос. А с другой стороны, тут все время присутствует скрип колыбели. Это очень важный момент, вот этот механический скрип колыбели, который, значит, ну, контрастирует и абсолютный такой вот сырой, вареный получается с голосом Богородицы. Но здесь что очень важно? Это не просто скрип колыбели, это звук скрип колыбели, который в конце концов превращается в заколачивание гвоздей в крест. И поэтому здесь вот такая, кстати говоря, игра есть, и вот это человеческого, нечеловеческого, скрип колыбели, скрип, звук заколачиваемых гвоздей, и, значит, вот голос, как сказать, погородничный этот голос. Но все остальное это уже вот наши, значит, прежде всего, тут, конечно, надо назвать Наталью Павлову, которая, значит, вот это все пропевает. Вот. И, значит, «Опус пост» Татьяна Гринденко со своим ансамблем. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Oh.
Thank you.